Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. С вами вновь ваша Елена, Хелен. Сегодня я вам покажу такой небольшой обзор покупочек, которые я сделала сегодня, пока шла с работы. А также расскажу вам, как я омолаживаю свою кожу. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь, включайте колокольчик. Итак, первым делом я вам покажу свои покупочки. И расскажу вам о ценах. Меня многие просили, когда я делаю закупки, рассказывать, показывать цены. Сегодня я вам показываю с ценами. Итак, первым делом я купила, значит, вот такие вот, значит, грудки куриные. Цена, значит, грудок вот этой упаковочки у меня 207 рублей вышла. Вот здесь 770 грамм в упаковке. На 207 рублей. Купила, значит, сахар. Здесь кило 350 на 53,33. Вот. Также купила вот такой, значит, плавленый сырок с грибами. Это я взяла для себе, для бутербродов. Стоит такая пачка 46 рублей сыра. И взяла вот такие, значит, бородинские хлебцы. Кстати, они стоят 35 рублей за пачку. Вот такие хлебцы я буду готовить как раз вот с таким, значит, грибным сыром с грибами плавленым. Купила такие вот российские тоже сырочки по 11 рублей за штуку. Дрожжи быстрорастворимые по 9 рублей за пачечку. Корицу себе взяла, я ее пью на ночь. 9 рублей стоит пачка. Чеснок, значит, 35 рублей упаковочка стоит чеснока. Гречневая, вот такая вот крупа, высший сорт. Здесь идет, значит, 800 грамм, ну плюс еще идет 120 грамм, как говорится, бесплатно. 15% вот идет бесплатно. Кстати, стоит она 56 рублей, такая упаковка. Купила семечки джин по 68 рублей и майонез провансаль классический, настоящий, значит, 60 рублей стоит упаковка. И взяла вот такую, значит, фасоль я красную, 57 рублей стоит баночка. В общем, как видите, вроде бы так ничего особенного, но считай, около штуки у меня ушло на это дело. Вот. Я толком не подсчитывала, потому что я еще покупала в другом магазине кое-что. Ну, короче говоря, около 1000 у меня ушло на мои покупки сегодня. Ну, а сейчас, мои хорошие, я вам покажу маску омолаживающую, как я омолаживаю себе лицо. Если вам интересно, не выключайтесь, смотрите до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, включайте колокольчик. Ну, а сейчас продолжим. Сейчас будет маска. Итак, для омолаживающей маски мне понадобится яблоко, свежее яблоко, один яичный желток, мед и сливочное масло. Для того, чтобы приготовить эту маску, я сейчас сперва натру яблоко, превращу его в пюре, а потом продолжу. Итак, я натерла пюрешку 1 столовую ложку яблока и добавляю его к 1 столовой ложке растопленного сливочного масла. Сюда же добавляю 1 желток, яичный желток, и 1 чайную ложку меда. Перемешиваю все эти компоненты вот так. И у нас с вами получилась обалденнейшая омолаживающая маска. Девочки, такую маску наносим на лицо и держим ее в течение 15 минут, после чего смываем теплой водой. И наносим на лицо свой любимый крем. Обычно такую маску я делаю на ночь, вечером, перед сном.
Так что имейте это в виду. Такую маску можно делать 2-3 раза в неделю. Допустим, понедельник, среда, суббота. Такая маска омолодит вашу кожу и уберет все мелкие морщинки. Желаю вам красоты и здоровья. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. С вами была Елена. Всем удачи, любви, красоты и здоровья. Если вам понравилось видео, поставьте лайки, подпишитесь на мой канал и включите колокольчик. А также не забываем заходить на мой второй канал «Домашняя кухня СССР». Сегодня вас ждет там новый рецепт. Всем хорошего дня. Всем спасибо. Пока-пока. Скоро вновь увидимся.